Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кирове снова ищут подрядчика на ремонт дороги к Победилово за 111 миллионов. Ранее конкурс отменяли по поручению губернатора, а деньги были направлены на ремонт участка дороги Яранский Кнур, граница Нижегородской области. Он уже ведется. Сейчас аукцион на ремонт дороги до Победилова объявлен вновь по той же сметной стоимости. Победителя определят 11 июля. Провести работы он должен будет с 1 мая до 31 августа следующего года. В правительстве региона пояснили, что ремонт все же решили провести по просьбам предпринимателей и общественников. Причем это будут капитальные работы. На участке в 1 километр планируют расширить проезжую часть до 2 полос в одном направлении при выезде из аэропорта. Создать съезды, обустроить освещение, установить автобусные остановки и создать остановочные карманы. В Юрьянском районе возобновляют добычу песка. На Вятке, неподалеку от поселка Гирсово, началась подготовка к разработке участка недр Загарское. Туда прибыла баржа, которая будет транспортировать добытый песок в Киров, в порт в районе деревни Большая Гора. Об этом сообщил министр транспорта Алексей Петряков в своем телеграм-канале. Запуск грузоперевозок по воде позволит снизить нагрузку на автодороги региона и обеспечить работу флота и грузового порта ежегодно с мая по октябрь, отметил министр. В эфире «Экономика». В центре Кирова продают ночной клуб. Это заведение «Чилим», расположенное на Ленина, 82. Информация о продаже появилась на сайте объявлений. Владелец просит за клуб, а это работающий бизнес, 18 миллионов рублей. Причину продажи объясняет тем, что ему нужны деньги для инвестирования в новое направление. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».